Хватит спать, пора нести маму. Мать, мы за стол садиться будем? А то эти чаклики совсем скиснут. Привет. Если сейчас зрелому мужчине дать 18 миллиграммов тестостерона, он тут же совершит половой акт, неважно с кем. Я протестую, вон Денчик на 1 марте сидит, не кидается на барана. Что она тебе попросила? Как она тебе? Что? J'aime mon jardin de roses, l'odeur me rend heureuse. C'est Мама, почему папа несет тебя? Quand on fait l'amour, il n'y a pas de discours. Думаешь, я не знаю, что ты мне сейчас скажешь, что я плохая, что ты от меня этого не ожидал? Нет? Может, про себя расскажешь? Что такое, Климович? Не догадывалась, что парни сильнее, да? Ты для них будешь прям как мама. Давай так, мамой все-таки будешь ты, моя бабушкой. Слушай, ну ты меня напугала, ну какая ты бабушка, ты еще ого-го.